Итак, 7 сентября мы наконец-то добрались к этой горе Кампаниле ди Бассо. Значит, целый год шла подготовка, мы все не могли попасть в это место. Договаривались, то погода была не так, то какие-то дела. И вот наконец-то мы здесь. Год, ровно год мы ждали. Посмотрите, как похожи эта свеча на цифру 1. И сегодня мы здесь первые. И сегодня мы выполнили эту задачу. В одно мгновение мы решили, ровно год мы ждали. И вот Кампаниле, 3 единицы. Что я могу посоветовать, что могу сказать? Советую всем приезжать в Италию, попробовать себя в горах, в Альпах, в Доломитовых Альпах, прекрасных, в лучах солнца, с чистейшими реками, с прекрасной природой. Я очень рад, что сегодня я нахожусь здесь. Дует прекрасный прохладный воздух, ветер, его слышно в камеру. Я нахожусь здесь со своим другом. Жалко, что 2 других моих друга не хотели сегодня приехать. Но ничего, я думаю, что увидев это видео, они пожалеют, что не поехали сегодня с нами. Итак, хочу сказать, что я счастлив находиться здесь, в этом уголке природы, столь красивом, столь изысканном и настолько исторически известном. Здесь были много альпинистов. К сожалению, мы не альпинисты и не можем забраться на самый верх, но сегодня мы будем находиться у подножия этой прекрасной горы и созерцать ее во всем ее великолепии. А вам желаю удачи. Пока-пока!